Лавочки с Wi-Fi, оригинальные арт-объекты, новые газоны, асфальт и парковка. Так уже в августе будет выглядеть обновленный парк нефтяников Ярославля. Масштабная реконструкция зоны отдыха проходит в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Более 57 тысяч ярославцев отдали голос за благоустройство этой территории. Теперь, помимо красивого парка, жители города получат еще и спортивную зону со стадионом. Сейчас в парке меняют асфальтовое покрытие, устанавливают бордюры всего более 5 тысяч квадратных метров. Рабочие разбирают и аварийный детский городок. На его месте появится современная детская площадка. Благоустройство включает в себя подход с улицы Павлова, полностью замена асфальтобетонного покрытия на всем протяжении. То есть вот это все будет, асфальтовое покрытие заменено. То есть можно на роликовых коньках кататься, не ямы, ничего такого не будет, на велосипедах. Значит, все подходы у нас, где будут организованы малые архитектурные полы и спортивно-футбольное поле, тоже дорожки будут выполнены. Я вообще голосовала за это. Очень люблю этот парк. И вот то, что увидела там на картинках, я думаю, очень актуально. То есть спортивные, ну как они, лазилки или как они называются, были бы очень в тему, потому что на свежем воздухе заниматься — это очень полезно. Сам проект учитывает интересы различных категорий горожан. Здесь будет интересно и молодежи, и родителям с детьми, и более пожилому поколению. Очень большое внимание уделено созданию новых мест для занятий физкультурой и спортом. Здесь будет и новый стадион, и велосипедные дорожки, и дорожки для занятий роликовыми коньками. Все это делает этот парк очень интересным для отдыха большей части населения этого микрорайона. Также инспекция городских властей сегодня проверила и ход ремонтных работ на улице Нефтяников, прилегающей к парку. Здесь реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Безопасной качественной дороги». Сейчас рабочие приступили к укладке асфальта. Всего будет заменено около 1,5 километра дорожного полотна. Основной подрядчик на выполнение ремонта – государственное предприятие «Ярдурмост». И уже сейчас работы выполнены более чем на 50%. На сегодняшний день запланирован большой асфальтовый рабочий день. Будем укладывать порядка 1000 тонн асфальта, работать будем в круглосуточном режиме. Сейчас проводим работы по монтажу барьерного ограждения, как вы сейчас видите, наблюдаете. Параллельно работы не останавливаем по устройству тротуаров, поребриков, и будем работать со съездами. Запланировали сдачу объекта на 20 июля.